От запаха свежескошенной травы голова идет кругом, шутит опытный косильщик Николай Кадыков. В его руках триммер превращается в скоростной уничтожитель сорняков. Следом за ним проходят женщины и набивают мусорные мешки, которые потом вывозят на полигон. Косить, говорит Николай Александрович, не дрова рубить, тут технология нужна. Надо прижимать, чтобы трава короткая была, оставалась после косьбы. Если будешь поднимать, то, конечно, ровно не получится. Пока одни косят траву, другие моют дорогу, пылесосят и собирают грязь. Улица Свободы сегодня освободилась от зимнего мусора. Мойка, за следом идет пылесос. Все, чтобы, как сказать, от пыли, от грязи все очищаем, комплексно все убирается. С газонами, с тротуарами, с прилотковой частью. Техники достаточно, как бы хватает. Поливалки, прямомоечные машины. Комплексная уборка улиц проходит не только на центральных и крупных дорожных артериях города, но и в небольших спальных районах. Единственное неудобство, говорят рабочие, мешают припаркованные машины. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События.